И вот наши парни готовятся к матчу с нижегородским «Торпедом». И сейчас у нас в интервью Александр Дарин. Саш, ну ты сыграешь завтра? Я еще, честно, не знаю. Завтра все будет видно. Как твое самочувствие? Потому что все интересуются, журналисты и болельщики. Все уже почти идеально готов. Решение за тренерским штабом, буду ли я играть. Но я думаю, что матч против «Торпеда» для тебя он будет очень принципиальным, и ты, наверное, рвешься в бой. Я думаю, не надо заострять на это внимание, иначе может получиться только хуже. Обычный рядовой матч с хорошим соперником. Владимир, ну, такая ситуация, что команда играет, а соперники серьезные и не дают нам побеждать. И это, скажем так, тенденцию надо срочно менять. Ну, безусловно, конечно. Результат, скажем так, не очень не устраивает нас. Поэтому будем работать, исправлять это все только через работу. На кого в «Торпедо» нужно обратить особое внимание? Быстрая команда, играющая в хоккей. То есть уже, скажем так, многие понимают, во что они играют. Тут, наверное, больше надо акцентировать на свою игру, на свои возможности, нежели на соперника. Тут залог простой – играть в свой хоккей, больше забить на одну, на две шайбы.